Красного Буренда готовится продолжить бой. Мастер спорта России, представитель 98-й воздушно-десантной дивизии из Иваново Егор Шилов. Боксер 1998 года рождения. Провел на ринге 123 боя, одержал 97 побед. Тренер боксера, мастер спорта России Евгений Кочетков. Егор Шилов, Иваново. Красный угол. Секунданты за ним. Второй раунд. Третий раунд.
К рингу приглашаются боксеры 7-й пары Игорь Иванченко-Кубенко, Максим Вашков, уссурийск. В этом бою победу по очкам единогласным решением судья одержал. И завоевал право боксировать в финале турнира боксер из синего угла Магомед Утазалиев. Рязанская гвардейская, высшая воздушно-десантная командная училища Рязань. Кстати, уважаемые друзья, рефери данного боя судья всероссийской и международной категории, мастер спорта СССР международного класса, чемпион СНГ.